Всім привіт! В ефірі «Молодіжний клуб» – програма для активних, молодих та успішних. Якщо ви прагнете досягати та перемагати, то наша програма саме для вас. Отже, сьогодні ми дізнаємось. Як проходив фестиваль міського розвитку «Миколаїв Urban Days»? Бережіть Миколаїв, бо він чудовий. Девіз Олени Дяченко – активної жительки нашого міста. Від кухонного куточку до меблевої фабрики розкриваємо секрети ведення успішного бізнесу разом з Валентином Бєльським. Поговоримо про страхи, ризики, невдачі та як їх побороти у нашій постійній рубриці «Академія успіху». Знайомимось із джерелом Миколаєва у рубриці «Сторінки історії». Як зробити наше місто кращим? На це питання ми знайшли відповідь на фестивалі «Миколаїв Urban Days». З 3 по 10 вересня на головній площі міста відбувся фестиваль розвитку «Миколаїв Urban Days». Детальніше про захід нам розповіли організатори. Фестиваль «Миколаїв Urban Days» або «Майстерня міста Миколаєва» відбулося цього року вперше в нашому місті, але загалом це вже відомий бренд, він вже багато років працює у Львові, в Івано-Франківську, в інших містах України, і його основне завдання – це активні громадяни, які живуть в місті, які хочуть своє місто змінювати, його перетворювати, чекають тут для того, щоб їм розповісти про успішний досвід і про приклади того, як робили в інших містах зміни публічного простору, розвиток міста як такого. «Миколаїв Urban Days» – це неділя міського розвитку. В рамках неї ми проводимо кілька великих мероприятий. 3 сентября ми провели форум міського розвитку, собственно говоря, з якого почалась наша неділя. Далі ми розвернули масштабне мероприятие під названням «Майстерня міста», яке у нас діє ежедневно з 3 сентября по 10 сентября, непосредственно перед исполкомом на Соборной площади. Это большой павильон, а также городок наших партнеров, которым жители города могут познакомиться с успешными проектами из других городов, услышать, как развиваются города Украины и мира, посмотреть интересные фильмы на газоне вечерами, вот, посмотреть фотовыставки, услышать, что вообще в городе Николаев происходит в плане городского развития, больше даже пространственного развития города. Вот, возможно, вдохновиться, собрать свою команду, придумать свои проекты и прийти в агенцию с этими проектами для того, чтобы мы помогли их очень классно реализовать. Програма фестивалю включала в себе заходи, які пересікаються зі святкуванням Дня міста. У нас очень большая, действительно, насыщенная программа. Она непосредственно связана с городом, с жизнью города, с его наполнением и немаловажной частью городского пространства, да, такого жизни городской является велосипедное движение. И у нас 10 сентября в 10 часов мы собираемся, в 11 часов выезжаем. Будет велосипедный велопарад. Велопарад будет, и мы пройдемся по центру города, по его главным улицам. Вот. И мы надеемся, что соберем больше 1000 велосипедистов. До організації фестивалю міського розвитку «Миколаїв Urban Days» приєдналися і волонтери. Анастасія, яка є головною у волонтерській команді, залюбки поділилася своїми враженнями. По-перше, це атмосфера. Вона просто неймовірна, тому що коли я тільки почула про те, що такий захід планується, я була неймовірно щаслива. І подумала, що, звісно, я хочу відвідати кожну лекцію, абсолютно все, що буде тут відбуватися, але потім я дізналася, що можна трошечки долучитися і трішечки допомогти. Я стала ще більш щасливою. Тепер, я не знаю, мені просто хочеться ходити колесом по цьому прекрасному газоні нашої міської ради. І це абсолютно неймовірно і неперевершено, що такі круті заходи тут проходять. Я ніколи б не подумала, що можна так круто використовувати цей простір. Сьогодні у рубриці «Хочу бути» ми дізнаємось, як реалізувати власні ініціативи та зробити місто кращим. Прикладом цього є Олена Дяченко. Досьє. Олена Дяченко. 33 роки. Активний житель нашого міста. Робить багато суспільно-корисних проєктів. Мати двох дітей та дружина.
Ну, как у всех детей, детство было интересным. Спасибо родителям, бабушкам, заботились. Было много доброго, яркого, светлого. В детстве, начиная с ранних лет, я была активным ребенком-непоседой, который любил побегать, попрыгать, своими поступками ошарашить, испугать родителей. Как все, здоровые, хорошие дети. Я сначала училась в 24-й школе, в младших классах. В младших классах я старалась красиво писать, потому что дома ругали за грязные тетради и красную ручку. Вот. Хорошо сидеть, правильно отвечать, зарабатывать хорошие оценки. Когда мы переехали в город в 92-м году, поселились в квартире, как все николаевцы, в новострое, то тогда уже было интереснее. Я поступила в 45-ю школу, математический класс. И в свободное время посещала театральную студию, театральный кружок. И участвовала в КВНовской жизни школы. Первая моя роль в школе была – это собака. В спектакле, да, к дню рождения школы. Огниво, если знаете. Да, там я была собакой. А потом я играла роль снежной королевы. Во втором уже спектакле меня повысили. Нашему руководителю очень понравилось это. И я была уже снежной королевой. Олена залюбки розповіла про свою сім'ю. Я познакомилась с замечательным человеком Александром еще в студенческие годы. Получается, мы встречались, дружили, и он сделал очень красивое предложение. Я люблю нумерологию, мне нравится сочетание 3 семерки. Вот, и мне Саша сделал предложение руки и сердца и сказал: «Дорогая, я знаю, что ты очень любишь это число. Давай мы сыграем свадьбу именно в этот день». Чтобы вы понимали, он сделал мне предложение 4 июля. Через 3 дня было это число. Ну, мне помог мобильный телефон, безлимитный. И я, знаете, весілля за 48 годин. Вот, я в точно таком же режиме, в лучшем зале города, все пазл сложился. У нас была замечательная свадьба. И ровно через год я очень хотела на 3 восьмерки. Ну, Машенька родилась раньше. Під час бесіди Олена розповіла про те, як легко можна приєднатися та організувати суспільно корисний проект. Это Миколайчики, это Аня Басикова, предложили. У меня был костюм Снегурочки, ангела, и все, то есть я всегда каждый год что-то новое придумывала, чтобы это было ярко и чтобы детям это нравилось, потому что дети не идут на костюм сухой, они идут на образ. Дети живут в мире, в сказке, поэтому к ним надо с душой. Вот. Еще мы, вот наш проект пригласил Виталий Бухан, проект «Батарейка на утиле». Очень интересный проект. Это проект по вывозу эко-мусора в виде батареек, получается, на завод «Аргентум» во Львов. Там тоже очень много помощников. Вот. И проект «Джерело». Мы «Джерелятка» все. Это проект по восстановлению водонапорной башни Шухова. Олена, як і кожна активна людина, власний шлях будує, спираючись на досвід. Але їй не потрібно було далеко ходити, щоб знайти свого кумира і приклад для наслідування. Это моя бабушка, потому что вы знаете, что когда в 41-м году началась война, ей было 11 лет. Война забрала у нее маму, потому что она ушла как полевая медсестра на фронт. Война забрала у нее папу. Они жили в Прибужском, в том же Прибужском, на линии фронта. И получается, бабушка, будучи ребенком, они ночью забирали бинты, они их стирали, то есть они помогали полевым врачам. Діді 11-10 лет. А тепер і сама Олена є прикладом та ділиться досвідом. Нам дан разум для того, щоб правильно мислити, серце, щоб сочувствовать, чтобы переживать, переносить всю боль, страдания, радости через себя. И руки для того, чтобы творить. У вас есть все. Вы рождены, вы пришли в этот мир с целью. Человек рождается, и у него есть миссия. И если вы будете
правильно поступать, правильно говорить, то есть от всего сердца ваши будут поступки, то мне кажется, что ваши дети, ваше поколение будут вам за это благодарны. Від кухонного куточку до меблевої фабрики. Ми продовжуємо розкривати секрети бізнесу сьогодні разом з Валентином Бельським. Зараз ми поговоримо про успіх у бізнесі. І в цьому нам сьогодні допоможе Валентин Бельський, який є директором меблевої фабрики «Ренесанс». Вітаю вас! Добрий день! Валентин, скажи, пожалуйста, сейчас мы находимся в таком замечательном месте, в фабрике, и очень интересно, как возникла вообще идея создания подобного предприятия? Вспоминаю себя 16-17 лет назад, когда я уже достаточно четко для себя представлял, чем хочу в жизни заняться, то я не могу сказать, что я хотел именно мебельную фабрику. Идея возникла еще в студенчестве, когда я искал себя. Мне пришла идея сделать что-то для дома. Вот такое, что-то хорошее, свое, родное. И почему-то я задумался о кухонном уголке. Потому что просто сидеть на табуретках мне казалось, ну, уже как-то, ну, как минимум, неудобно. Я его заэскизировал. К счастью, у меня есть определенная склонность к тому, чтобы перерисовывать картинки и немножко фантазию полагать на бумагу. Пришел к родителям. Тогда я сказал, вот хочу сделать такую вещь. Они мне сразу, у тебя ничего не получится. Не переживай, сынок. Учись на кораблестроителя, вот. Будешь инженером, будешь на заводах строить корабли. Прибегнув к незначительным манипуляциям, как сын родителям, я смог добиться получения аванса. И первый мой уголок был сделан где-то 90, получается, наверное, 5-6 году и до сих пор существует, то есть больше 20 лет он стоит, не ломаясь, потому что я его изготовил из металла. Внутренний каркас обшил фанерой, все как полагается сделал, за что, собственно, был подвержен критике первоначальных. Так мебель никто не делает, мне сказали родители. Но время показало, что идея имеет продолжение и что большое желание всегда сможет победить над сомнениями. На последних курсах института я уже попробовал и по объявлениям чинить мебель, и изготовил нескольким друзьям комплекты из старой мебели. Просто перерезал по своему дизайну, по своему конструктиву, чертежам, переделывал. Им понравилось. Поэтому я понял, что, наверное, это мое. Делая это дело, получал колоссальное удовольствие. Коллектив изначально у меня складывался родственный. Так как мы работаем с супругой, с родителями моими, с братом, то культуру прививаем семейную. Поэтому прежде чем сделать какое-то кому-то замечание, всегда подумай о том, что тебе с этим человеком, возможно, нужно будет еще очень долго жить. Поэтому этот тезис я вынес из тех сложных отношений, которые поначалу однозначно складывались с родственниками, которыми работаешь. В первую очередь нужно верить в себя. Самое главное – это быть приверженцем того, что все, что вы не думаете, все, что вы не задумываете, все, что вам хотелось бы реализовать, это все реально, и это можно достичь. Важно только понимать, что в молодости нам кажется, что время летит с одной стороны очень быстро, а с другой стороны очень медленно. Поэтому старайтесь воспринимать время таким, каким вы его сами для себя делаете. Занимаясь любимым делом, вы будете не замечать, как дни проходят, а где-то и годы. Занимаясь тем, что не приносит вам удовольствия, это будет тягостно, сложно, болезненно. Я скажу, что не нужно. Поэтому самое главное – верить в свою идею, добиваться ее и, упав, подниматься, идти вперед. Затем очень важно понимать, что сами вы прийти к своей цели сможете гораздо дольше. Поэтому нужно формировать команду, нужно вдохновлять единомышленников, объединяя их в той цели, в том видении и ради той миссии, которую вы сформулировали для себя и сможете донести для своих друзей и коллег. Потому что, ну, один в поле не воин, это тезис понятный, но для того, чтобы сделать большое дело, нужно очень много усилий. А когда вы станете уже более известной компанией или успешными, она где-то будет находиться и на первом месте, это клиенты. Нужно любить своего потребителя, нужно его понимать, ценить. И после того, как вы достигли
самореализации, сформировали команду, нужно сосредоточить все усилия на том, чтобы ваши клиенты становились вашими друзьями, потому что это лучший показатель того, что вы делаете свое дело хорошо. А ми продовжуємо розвиватись та навчатись у Академії успіху. І у цьому нам допомагає Анна Каськова, психолог, викладач та тренер. Вітаю вас! Добрий день! Анна Леонідівна, минулого разу ми спілкувалися з приводу страхів. Сьогодні я також хотіла б трохи продовжити цю тему. Скажіть, будь ласка, можливо, взагалі не потрібно боротися зі страхами, і страхи взагалі можна просто обійти? Вони просто проходять в нас. Дійсно, таке буває? Да, дійсно, таке буває. Ми в прошлый раз говорили о страхе перед конкретной личностью. Ну, если вы можете сдать экзамен другого преподавателя, пожалуйста. Если вы можете выбрать другого начальника, пожалуйста. Как правило, такого не бывает. И поэтому мы говорим о страхах, и мы говорим о том, что они могут быть сегодня тормозящим явлением в своем личном развитии. Если бояться змей, насекомых, темноты, громких звуков, это те страхи, которые можно сегодня индивидуально с психологом, с врачом преодолеть. В принципе, и самому можно над этим поработать. А мы говорим о страхах, которые мешают развитию. Например, нужно написать статью, но боюсь я ее написать, а вдруг надо мной посмеются. Я скажу лично вот о своем страхе, когда я сажусь писать статьи. Мне кажется, что я ничего нового в нее не привнесу. И это вот тот мой страх, с которым я тоже сегодня справляюсь и работаю. Например, боязнь публичного выступления. Человека сводит ноги, то есть ощущение вообще чуть ли не паралича, звука нет, горло сведено, вообще, так сказать, какие-то хрипы излучаются, да, и человек покрывается пятнами. Это настолько страх парализует. С такими страхами однозначно надо бороться, они не дают развития, они тормозят, поэтому обойти эту ситуацию нельзя. Хочешь быть успешным, хочешь развиваться, преодолей свой страх. Каким чином мы можем подавать эти страхи? Подскажите, пожалуйста. Только один путь – это смотреть в глаза своему страху. Например, вы запланировали, едете в дорогу, путешествие, вы все спланировали, все, билеты заказали, каким видом транспорта перемещаетесь, знаете. И вдруг багаж отправили не туда, вы прилетели, багажа нет. Вдруг еще какие-то проблемы. Все, можно сдаться, можно паниковать, а можно из этого извлечь выгоду. А вот как у меня получится, если я, допустим, без своего вечернего платья? А как я сегодня проживу на более низкую сумму, чем я запланировал? И оказывается, ты в себе находишь реализацию такого потенциала, которым даже не предполагал. Поэтому, получается, преодоление страха является, дает очень мощную пользу, пользу в развитии. А неприятности ты превращаешь в преимущество. Зачастую, когда ты попадаешь в ситуацию страха, ты вынужден что-то неординарное, непривычное для себя делать. И таким образом раскрываются для самого себя возможности, которые я до сих пор не видел. Поэтому преодоление страха только в одном – двигаться и смотреть в глаза страху. Скажіть, будь ласка, з приводу ризиків. Ризики – це також наші певні страхи. І я на своєму прикладі дуже знаю певно, що ризики бувають, заважають нашому успіху. Як з ризиками нам боротися? Рецепт тот же. Вы знаете, мне хочется процитировать Генри Форда в свое время. Когда спросили, вы создали целую индустрию автомобильную, а начинали это с первого автомобиля, который вообще создавали в сарае. Жена ему подсвечивала, кстати, керосинкой. Да, он говорит, если бы я сегодня стал банкротом, я бы с этой командой все начал с нуля. Но вот сегодня я точно знаю, говорит, какие риски нужно просчитывать. Опять-таки, риски можно просчитать, но ничего ты не просчитаешь с верностью на 100%. Поэтому к рискам нужно быть готовым. И вот тут как раз очень важна гибкость мышления. Наличие страха зачастую приводит к бездействию. Бездействие порождает отсутствие опыта. Нет опыта, нет знаний, нет навыков. Сплошное невежество. В результате невежества рождается страх. То есть получается на нулевой отметке. Нет развития. Поэтому независимо от количества рисков, нужно преодолевать страх. И тогда будет только движение вперед. Крім ризиків, є також дуже великий страх. Це страх невдачі. Що робити з невдачею і як її також подолати?
Ну да, с неудачей это, конечно, немножко по-другому. Если страх, он возникает еще на этапе планирования, да, или вот реализации самой идеи, мысли о ней, а неудача – это ты уже прошел определенный опыт и видишь, что тебя постигла неудача. Это результат конкретных действий. И здесь, ну, очень здорово понять, почему произошла такая неудача. Но меньше зацикливаться на ответе на слово «почему», а больше как поступить по-другому, чтобы получить другой результат. То есть, прежде всего, надо уметь проигрывать, признать, что ты проиграл, и это не проигрыш, это потенциал, который ты можешь еще использовать. Неудача – это опыт, он показывает, как точно не надо поступать в следующий раз. Поэтому это фактически путеводная карта успеха. И мне хочется процитировать слова Джона Масквелла, который сказал, что в неудаче надо научиться падать вперед. Ты упал – вставай. Движение только вперед. Вот в этом сила неудачи. Сьогодні ми поговорили про страхи, ризики та невдачі. І в нас настав час підбиття підсумків. Хочеш бути успішним – подолай свої страхи. Виходь із власної зони комфорту. Пам'ятайте, невдача – це лише досвід. І наостанок перетворюй перешкоди в переваги. По всьому світу дуже багато унікальних веж. Наприклад, Ейфелева чи Пізанська. Але не так багато людей знає, що Миколаєву також є чим пишатися. В Миколаєві є унікальна вежа – башня Шухова. Ее построили в 1907 году, в следующем году ей даже 110 лет, это символично. Вот. Она, конечно, перетерпела некоторые передряги, можно сказать, Великую Отечественную войну. В 44-м ее немцы взорвали, ее восстановили, сварили обратно, поставили. И главное, что интересно, что гиперболоид не разрушился. Он как был жесткой конструкцией, так и остался. Его просто поставили на место. Бак, правда, конечно, прогнил. Вот, но хотя после 1944 года до 1958 она еще все-таки функционировала, ее привели в порядок, и всю центральную часть города она снабжала водой всех горожан. Ми вирішили відвідати екскурсію, яку організувала ініціативна група проєкту «Джерело Миколаєва». Завдяки проведенню подібних акцій команда «Джерела» хоче, що ще більше миколаївців дізналася про таку історичну цікавинку. Також у перспективі активісти планують провести реконструкцію вежі Шухова. Идея возникла этой зимой. У нас был марафон Active Citizens, и благодаря тому, что 5 человек услышали мою идею и активно ее поддержали, мы начали генерировать идеи, что же можно сделать для того, чтобы ее восстановить, так как это символ водоснабжения города. Сначала мы фантазировали, чтобы ее раскрасить, привести как-то в порядок, но когда мы начали изучать историю об этой башне, мы столкнулись с теми моментами. Во-первых, это объект культурного наследия нашего города. Во-вторых, у него есть шанс попасть в список ЮНЕСКО, либо стать национальным достоянием. Вот. То есть гиперболоидное сооружение очень уникальное. Оно самое первое в Украине построилось именно под целевое назначение и функционал именно водонапорной башни. У нас в Украине есть маяки, есть еще водонапорные башни, но она у нас самая первая, чем и уникальна на территории Украины. Вот. Некоторые посрезали на металлолом. Слава богу, что наша башенка хоть и висит в воздухе, но она закреплена одним единственным документом и является объектом культурного наследия города, как я уже и сказала. Вот. И благодаря этому мы начали собирать всю полностью информацию, провели несколько экскурсий, провели день воды. То есть уже полгода такой активной деятельности натолкнуло нас на мысль, что мы с удовольствием бы хотели наполнить эту башню жизнью.
Будуйте своє майбутнє власноруч. Не бійтесь та ризикуйте. В ефірі була програма «Молодіжний клуб». До зустрічі!